Вот такие дроны теперь будут на страже правопорядка. В Ошской области берут под контроль беспилотников все районы. Дрон может подавать сигнал в случае опасности, чтобы его распознали люди. Управляют беспилотниками патрульные. Это дает новые возможности, в частности, даже предотвращать конфликты при помощи более оперативного реагирования. Использовать дроны будут и для того, чтобы оперативно устранять пробки на автодорогах, в первую очередь возле базаров и рынках и других мест скопления людей. Внедрение службы беспилотного патрулирования пойдет всем на пользу. Например, если с дрона будет зафиксирована пробка или авария, будет получен сигнал, и дежурная часть сообщит нам об этом. На основе быстрых действий все будет устранено. У нас проходит дорога международного значения, поэтому мы расчищаем пробки на рынках и в других местах. Патрулировать беспилотники будут Карасуйский, Узгенский, Ноукатский и Араванский районы, а также аэропорт Южной столицы и КПП «Достук». Основной целью данного нововведения является принятие оперативных мер по обеспечению общественного порядка и предупреждению правонарушений в центре населенных пунктов и в районах многолюдных торговых центров. Патрулировать Ошскую область беспилотники будут в порядке эксперимента. Если система себя зарекомендует, то дроны для патруля начнут применять во всех регионах страны. Алена Смирнова, Айджинел Турдумаматова, Нурбол Таланбек Улу, ЛТР, Ошская область.